Всем привет! Всех рада видеть на нашем семейном канале. Сегодня будет небольшая распаковочка из двух магазинов «Фикс Прайс» и «Милый дом». И давайте покажу, что я купила. Давайте начнем с магазина «Фикс Прайс». И первая позиция – это две вот таких хрестоматии. Первый класс и четвертый класс. Это старшим дочкам читать. Мне понравилось содержание у этих книжек. Дальше две вот такие одинаковые тетради общие. Так, тут получается 48 листов. Очень красивые. Получается у них как двойная обложка. Это также старшим дочкам. Сюда мы будем вписывать как краткое содержание тех книг, тех сказок, которые мы прочитали за лето. Следующие два вот таких набора зубных щеток. Это Colgate и с мягкой щетиной. Так, вот эта расцветка получается старшим дочкам, а эта расцветка нам с мужем. У нас пришло время заменить щетки. И вот купила. Следующие младшие дочки. Вот такой игровой набор чемоданчик. С вот таким наполнением. В прошлый раз показывала так наборчик отсюда же из Фикс Прайс. Немножко другого формата. Там была просто посуда. Дочке так понравилось. Она с таким удовольствием в это играет. И в этот раз взяла вот такой еще. И последняя позиция с Фикс Прайс – это вот такой силиконовый коврик для выпечки. Еще не открывала, но примерно вот так он выглядит. Так, и следующий магазин – «Милый дом». Первое – это вот такой шиммер для ванн, бразильское кофе. Дальше взяла попробовать впервые вот такой мусс для душа. Фруктово-ягодный пудинг. Ощущение свежести. Такой, я брала раньше муссы, но другой фирмы. Такой ни разу не брала впервые. Так, это уже зубная щеточка для младшей дочки. Ей 2,4. Тоже мягкая щетина. Мерные ложечки, 5 штучек в наборе. И вот такие получаются зип-лоп пакетики. 100 на 150, 100 штук. Это получается маленькая упаковочка, а это большой диаметр. 150 на 200. Тоже 100 штук в упаковке. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.